За 5 лет работы программа социальных услуг фонда БОТА профинансировала более 600 социальных проектов по всему Казахстану. Лишь в одной Карагандинской области при поддержке фонда реализованы 67 проектов. Один из них был организован общественной организацией «Ангел мой» в городе Темиртау. По проекту 25 детей с особыми нуждами проходят здесь реабилитацию с использованием развивающего оборудования по методике Марии Монтессори. 5-летний Мамед Кулиев до прихода в комнату Монтессори не разговаривал. У мальчика задержка речи. На первые занятия он приходил с криком и плачем. Однако после усиленной работы дефектолога и психолога стали заметны первые результаты. Уже второй год мы ходим сюда. До этого ребенок не разговаривал, но говорил как-то отдельные слова. Вот у него как будто бы свой алфавит был. Фа, фо, ке, ге, вот так. Сейчас уже он начал говорить, буквы знает. Слова говорит, объясняет уже словами, не мимикой, как раньше. У Полины Матюшиной сложная форма ДЦП. Она практически не говорит, передвигается с помощью мамы. Девочку даже считали необучаемой. Раньше из-за отсутствия подобных центров родителям приходилось часто возить дочь в другие города. А последний год они занимаются в родном Темиртау. А за целый год вот, мы добавили несколько звуков. Я настолько благодарна специалистам, что они не теряют интерес. Еще один успешный проект был реализован в Темиртау организацией «Мой дом». Его цель – оказать психологическую и юридическую помощь неблагополучным семьям. В проекте участвуют дети и родители из 75 малообеспеченных семей. Взрослым здесь помогают улучшить свои знания по вопросам взаимоотношений в семье и воспитания детей. А дети учатся выплескивать свои внутренние переживания на занятиях с психологом. Есть кофта красная? Дома? Да. Можешь красную кофту одеть? Да, красную кофту одеть. Можешь ее вообще достать, посмотреть, да? У меня даже игра есть красная. Еще игра красная. Человек-паук жить красный. Ну вот. Иван Костин участвует в проекте вместе с мамой и младшей сестрой. У мальчика было деструктивное поведение. Занятия с психологом помогли ему обрести уверенность в себе и интегрироваться в коллектив. Психолог работал с мамой Вани. Теперь женщина учится жить по-новому. Было много проблем, я их не буду озвучивать. Мне помогли и морально, и психически. Мне дали такую поддержку, которую, может быть, я не видела в семье. Мне дали увидеть мир с другими глазами, что есть другие люди, есть другие друзья. Эти и другие проекты, поддержанные фондом, в которых получили помощь более 53 тысяч детей со всех регионов Казахстана, завершат свою деятельность в конце лета 2014 года. Но независимо от этого, многие организации будут продолжать свою работу и планируют оказывать поддержку малоимущим семьям. Жанна Рысаха, Назгуль Исбасарова, Ануар Иманбаев, Общественный фонд БОТА.